Поколенческие решения. Единая Россия обновляет резерв. В финал кадрового проекта вышли 16 человек из Чувашии. Трое из них стали победителями и прошли обучение в Москве. С финалистами встретились в региональном исполкоме партии. Молодая команда начала формироваться. Психологические тестирования, видеопрезентации, рекомендации, этапы конкурса, которые позволили из 8000 заявок отобрать 150 человек с задатками политиков со всей страны. Они стали участниками образовательных модулей, встретились с видными политиками и прошли тренинги. Сейчас победители делятся знаниями и опытом с однопартийцами. Из Чувашского регионального отделения это Дмитрий Щепелев, руководитель регионального исполкома партии, Альберт Ильин, председатель регионального общественного совета партпроекта «Безопасность». Дороги и депутат Шумерлинского горсобрания Леонид Пронин. Мне очень бы хотелось вот личным своим примером, своим участием сократить дистанцию между властью и народом, с людьми разговаривать и работать непосредственно в прямом контакте. Почему на это обращаю внимание? Потому что политическая деятельность, она крайне-крайне, она на самом деле многогранна. Здесь и волонтерство, здесь и депутатская деятельность, здесь и соответственно, деятельность в рамках политтехнологии. По итогам встречи принято решение создать региональную партийную школу. Пилотный проект в Чувашии уже запускали в 2015 году. Сейчас он снова востребован среди партийного актива и сторонников «Единой России». Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Красиво, хорошо, да.